И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved, все так же на острове. И сегодня пойдем по пещерам. Да, короче, пойдем по пещерам. Я раскачал своих волчат. Ну как раскачал? Немножко побегал, покачал и посетил три, получается, по три у каждого этих заметки. Вот, этого я раскачал посильнее, немножечко им побегал. Ею поменьше, потому что я изначально рассчитывал на то, что она будет, то есть как бы вторым. Почему? У нее больше здоровья. То есть ей раскачиваешь здоровье, оно раскачивается лучше и сильнее. И это самое главное. Урон. У него здоровье меньше. Ему я качал еще и вес дополнительно. Здесь вес поменьше. Почему вес дополнительно? Потому что посмотрите, сколько я вешу. 270 кг. Назовем это так. То есть как бы вот эта вся экипировка, вот это все весит дофига. Это и то я немножечко уменьшил. Там было 3 сотки. Сделаем помпарь. Сделал помпарь. Для чего мне помпарь? Потому что у него каждая дробинка как пуля у винтовки, только при этом у него каждая дробинка отнимает так же, как пуля. Не знаю, я это говорил, нет? Меня отбегли. Каждая дробинка отнимает как пуля у винтовки. А в упор так это вообще огонь. Еще и шанс рандома попасть в голову. Огонь, короче. Намного лучше, чем винтовка, по крайней мере, для меня. И, собственно, снайперка без нее вообще никак. У нее урон адовый. Ну и бензопила, не знаю зачем, что-нибудь раздербанивать. Возьмем телепорт, кстати. Вот, еще дополнительный сейчас вес будет. Потому что они мне будут нужны. Пригодятся. Весит немного, но пригодятся. Водолазный костюм, не знаю зачем, но пускай лежит. По крайней мере, если я уберу, я могу о нем забыть, а так он всегда со мной, скажем так. Бензин много не весит, поэтому много у меня лежит. Вот патроны много весят, поэтому их у меня в 2 раза меньше, нежели было. Ну и это на всякий случай, пускай будет весит копейку. Еда, вода, все как обычно, ничего лишнего, только все нужное. Болос, не знаю зачем. Парашюты пригодятся. Сейчас посмотрю. Да, у всех эти трекин, кроме Фиоми. Фиоми, а нафиг не нужно. Вот такие вот дела. Здесь у меня все растет. Я засеял оставшиеся грядки. Растут все хорошо. Кстати, что я хотел проверить-то? Я так и не помню, это я проверял или нет. Да, я здесь поставил кукер для готовки. То есть я его прицепил к трубе, все нормально, поэтому так по-дебильному посреди комнаты стоит. Сделал немножечко вяленки. И хотел проверить вот это. Сколько? 4-5 часов, нормас. Хотел проверить вот это вот, чтобы... Да, там у меня сочное. Это у меня все нормально. Древесный сок добывается, все просто огонь. Чувак собирает, серый у меня лутается, добывается. В общем, просто все супер. Сейчас, ну, пойдет. То есть, как бы вот, дофига. Я уже серу сколько раз переделывал, так что все просто супер. Вот что я хотел проверить. О, да ладно, ты стал вожаком. Вот это хреново. Это хреново. Сейчас нужно будет его подкачивать, прокачивать. Надо будет какой-нибудь заметки сгонять им. Потому что она стала вожаком, потому что как вариант здоровья больше, либо урон больше. То есть какой-то параметр явно на это повлиял. Потому что здесь 73 тысячи опыта, здесь 70 тысяч опыта. То есть как бы это не нужно мне, потому что я рассчитывал на нем ездить. В этом-то и проблема. Вот, и ну сейчас побегаем. И что я хотел проверить? Вот это. Эх, жаль, не юзается передвижение. Ну, вы поняли, да, это передвижение. Увеличил скорость передвижения, создание предметов, эффектов. Ну, ладно, чем. Нет, так нет. Сейчас сгоняем за какой-нибудь заметкой. Благо, их здесь чуть ли не на каждом шагу. Вот, так что проблем с этим не будет. И, кстати, да, заметкам.
Погружайся. 40. Дофига. Да уж, не знаю почему, потому что у тебя же две заметки посетить. Не знаю, с чем это связано. Давай вкачаем урон. Зато два левела получил. И... Телепортируемся. Не на базу. У меня уже все с собой. Телепорт. Вход в пещеру один. Почему я в соло? Узнаете. Да, думал, будут баги с прогрузкой. Нет, нифига. Повезло. Так, теперь берем вот так. Литоволк. Отлично. Теперь ты идешь за мной. Эп. У тебя атакует ваша цель, а ты у меня на нейтрале. Ну, отличненько. Берем, не знаю, почему бензопилу, но пускай будет бензопила. И погнали. Да, это центральная пещера. Мне просто смешно было, когда я залез посмотреть про пещеры и такой читаю. О, это типа самая... Да, я здесь уже была. Самая типа эта пещера, самая жесткая такая... красным отмечена пещера, и я в нее сразу же полез. Мне очень нравилось, я ходил тут по этим, по темному лесу, и мне очень понравилось вот так вот ходить. То есть включаешь бинокль, включаешь этот режим, и ты распознаешь, где кто, что, то есть все видишь. Прям очень кайфово. Сюда я уже заходил, посмотреть что да когда где. А вот, заразился сифилисом и ушел. То есть реально, у меня там Оникс 8-го левела на меня напал и сразу же заразил, и я такой, да твою мать. Потом другого Оникса еще завалил, и все, и ушел. Так. Погнали. Отлично. Очень много ресурсов. Прям очень сильно это радует. Но добывать их времени точно нету. Мобов, я смотрю, здесь вообще нету. По крайней мере, это не как в той пещере дебильной, где там стая насекомых на меня напала. Блин, это прям было ужасно. О, так быстро, классно. Так, сейчас надо поотбиваться чуть-чуть. Отлично. Оу, oh, yeah. Так. Я даже стаю не врубаю, потому что здесь как бы мобов-то вообще нифига нету. Типа смысл в этом. Ну, отлично. Да ядрешки, макарешки тебя. Да что ж такое? Так. Берем. А чё, обсидел? Классно. Так. Где здесь я могу поставить? Подскажите-ка. Ой, да серьезно, что ли? Вот не трындите, что нельзя поставить на полу. Угу. Так, мне нужно, чтобы я вот... Перепортнулся и сразу же видел... Ай, ёпс, туда! Лошара, блин. Да, вот из-за этого мне нужен... Стоп, я телепортнулся и сразу же видел этот артефакт. Ой, серьезно, что ли? Ну ладно, здесь так здесь все лучше, чем бежать опять через все. Так. Погоди-ка, а где они? Так. What the fuck? Ага, вон они. Беда бедовишная. Ладно. Хотя бы так поставим. Так. Ну, вот так, я думаю, будет получше. Арт мудрости. Арт мудрости. И, по крайней мере, я теперь смогу сюда тпхаться. Да еб... Да еб... Да, вот, все нормально влезло. И без лишнего уменьшения текста. Ну, отлично. Теперь к другой пещере.
Блин, меня эта пещера устроила, если честно. What the fuck? Ты... Да ты что ж творишь-то? Что? Пошли. Ладно, к другой пещере. Вот, кстати, про что я говорил. Типа бегаешь ночью, ничего не видно, но у тебя срабатывает, как знаешь, как инстинкт охотника, короче. Ну, если что, можно, конечно, включить ночное видение, и типа все видно. Но ты тут инстинкт охотника, и типа ты бежишь, и прям чувствуешь, особенно когда бежишь по лесу, прям чувствуешь, как будто ты прям за добычей идешь. Все дела вот это. Ну круто. Мне, по крайней мере, это нравится. Да, так костюм хорошая штука. Вот. Здесь он точно теперь нужен. А теперь точно другая пещера. Ой, темнота как срань господня. Еще раз убеждаю, что бинокль это кусок гадости. Потому что ну прям вообще ни о чем. Вот. И из-за чего я не мог найти по нему координаты. Это просто ужасная собака. Ужас, короче. Что даже GPS делать? Не люблю его делать. В целом считаю его ненужным, но тут он оказался очень сильно нужным. Ну, я имею в виду с модами, когда играешь. Тут он оказался очень нужным, и бинокль гадость еще та редкостная. И да, я понимаю, что вот для этого нужен тоже был GPS, но я его не создавал, я его просто в луче нашел. А тут как бы пришлось создавать. Не люблю его делать из-за того, что это, по сути, трата ресурсов. Но два входа в пещеру есть, скажем так. И сейчас в них и пойдем. В ледяную пещеру, насколько мне помнится, там нужно будет... Эу! Что-то прямо ужасно. Ужасно все зависло. И мне это не нравится, черт побери. В ледяную пещеру вроде бы туда пройти нельзя. На Диносе. Но там есть хитрость. Ну, как бы там, если там такой же будет спавн животных, то проблем нету. Да, это я с настройками здесь начудил со спавном животными, но зато их не тонна на тонне, короче, где просто начинают все лагать и зависать из-за того, что из-за их количества. Так что тоже хорошо. Конечно, я хотел по пещерам пройтись еще и налутать ресурсы в плане хитина, но тоже хорошо. Но тоже хорошо. Да вот мой девиз. Представляете, куда я бегу? Вот. Но можно сделать так. Мать твою, давай. Да пошел ты, короче. Ну, не очень, короче. Получилось. И, кстати, да, реально там попасть пару очень тяжело. Так, если грохнуть вниз, нормально. Но не нужно. Погнали. Вот оно. Я бы с вас бы налутал, конечно, хитина, но... Но... Слушай, она и так нормально налутался, хитина. Паутину накинули, козлы. Отлично. Нормально, паучки тоже есть, это хорошо. Пошла жара! Еп! Так, есть кто? Нет никого. Вы что творите? Так-то пугать меня хорош. Я что-то перекакался. Ты чё? Ну что? Вот что ты за... Волк-то какой? Я хотел слезть и залутать. Ну ладно, фиг с тобой. Ладно, ты тоже хорошо лутаешь. Хорошо, говорил. Ну хотя 2700 хитина тоже нормас.
Какушку всякую выкинуть. Какушку порченую тоже выкинуть. И вот это выкинуть. Отлично. Вес разгрузили. Так, ну я что-то не понял, куда я пришел. Потому что здесь явно не этот. Не артефакт. Эп. Я в какой-то тупик пришел. Но, кстати, да, они мне напомнили про забывание, которое мне нужно мне забывать. О! Хорош плеваться, я еще к вам не подошел. О, тут заметочка. Слышь! Отлично. А если я сделаю так? Подожди, стой там! Стой там! Ну, ешкина-трешкина. Я хочу... Так, ты открылся. Точнее, ты попал. Угу. А ты? Нет, к сожалению, нет. Ну ладно. Следующую заметку нужно будет на ней обязательно залутать. Ну что, погнали. Так, вижу впереди. Я не знаю, как я буду выбираться обратно. Сарказу. О. What the fuck сейчас пролагало? А! Не понимаю, как вы, выжившие, решаете, кого приручать, а кого съесть? Взять хотя бы тех тварей, которые мы видели недавно. Их нельзя называть мимо. Из чего, глядя на это нечто, из чешуи с клыками, вы решили, что именно оно будет верной кусучей домашней скотины? Или представляю, как поджариваю этого динозавра на завтрак? На мой взгляд, приручить или съесть? Вот главная дилемма. Просто не дай им съесть тебя, ладно? Я и забыл про эти заметки, но было страшно. Ну просто я реально, я уже весь здесь на нервах, и тут такой, хо! На тебе заметочку. А ты не ожидал заметочку? На тебе заметочку. Музычка на фоне мне нравится. Интересно, вам ее слышно? Нормально? Вот он артефакт! Етишки, псатишки. Такс, братва. Стоим здесь. Так. Так, это туда отчало. А, нет, какой артефакт, господи, это ж этот. Ящик с припасами. Оу! Чувствуете, да, какой ящик с припасами классный? Вот это... Прям... Ах! Простая кирка. Не, я, походу, что-то настройками начудил. А как я туда сейчас буду прыгать обратно? Так, что у нас там внизу? Не подскажете ли мне, случики? Так. А! Во! Почему-то он это, с биноклем в руках не хотел увеличиваться. Приближаться. Не, ну по идее я должен даже допрыгнуть. Ну это не точно! Это было страшно вообще-то, чертовски, мать его за ногу. Ну и в баню больше так прыгать не буду, только если за артефактом. Ну хоть этот телепорт не поставил. Кстати, музыка на фоне играет из игры Ragnarok Online. Так, здесь я явно был. Да, погнали наверх. Я заблудился. Та-да-да-дам. Ну, я был бы... Я вообще удивлен, как я в первом этом нашел сразу же артефакт. Вот честно. То, как я обычно блуждаю везде и вся, это... Это прям... Не похоже на меня, я даже в тупик умудрился зайти, тот, который не рассчитан, чтобы в него заходили. Так, я что, иду на выход?
Ох, етить, колотить. Зато FPS в пещерах большой, хоть мобов нету. Точнее, благодаря тому, что мобов нету, FPS большой. Ну как большой, 30-ка держится. А 30-ка это дофига как много. Есть, чё? Это дофига как много. Так. Не, вторую пещеру я точно не буду сегодня. Так, погоди. Нет, вообще пройти нельзя. Так. Это я опять в этот сраный тупик зашел. Надо, короче, это. Ну вот так вот. Здесь не так уж и страшно. Ты ж, ну хотя что, нормально прыгаем. Прыгаем. Оп. Отлично. На это и был расчет. Ага, тогда я шел тут направо, а сейчас пойдем налево. 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 Парам-парам-пам. Подожди, или я тогда и налево ходил? О боже мой! Не, ну у меня нет топографического кретинизма, если что. Но блин, эту пещеру реально вызывает ощущение, что оно есть. Так, здесь я уже походу дела не был. Оу-е! Оу-е! Е-е-е! Здесь я не был! Угу. Так. Там бы... Слушай, погоди, здесь же заметка должна быть. Или я ошибаюсь? Да, вот он заметка. Стой, 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 не бери заметку. Не бери заметку. Заметку, слушай, не бери, да? Ну. Твою мать! Лично. Да. Да ёп. Да ёп. Шкин-код. Так вы еще будете следовать друг за другом. Так, я понял. Эй, дурдом. Прокачивать так одновременно и вместе. Отлично. Вот про что я говорил. Так, такая же фигня здесь работала. Металлическая кирка. Офигеть. Пока что это самый лучший дроп из того, что у меня есть попадался. Металлическая кирка. Ну, хотя бы не каменная. И на том уже хорошо. Так. Отлично. О, у тебя экспа прибавилось. Ну, давай тебе урон прибавим. Почему бы и нет? Здоровочка тебе явно будет достаточно. Тем более ты у нас для похода в пещеру. Я не думаю, что я смогу этого босса валить на волках. А это было бы прикольно. Ну, учитывая, как у меня здесь все сделано. То есть в плане урон и так далее. Ну, настройки я имею в виду, локалки. Все возможно, что я и смогу волками завалить. Ну, не двумя уж точно. Я не хочу загружать карту. Карты это зло. Карты это для слабаков, которые не любят приключения. И я чувствую, я им скоро стану. Так, погоди. Чё там? Ну окей. Тоже вариант. Но мне больше было интересно, что там на дне светится. Ничего.
25 минут уже, ты понимаешь, идет серия? 25 минут. Я блуждаю здесь уже 25 минут. Не, конечно, ты молодец! Ну зачем туда было спрыгивать? Погнали. Не, ну то, что Сарка завалила, это молодец. Стоял за себя, все... Ну, не только Сарка, походу, делал еще. Ну давай, вылази уже, детишки, тебя пассатишки. Да ты что, дурная, ты опять в воду прыгаешь? О. Вот еще Сарка. Кстати. Сумочка у тебя есть? Там кожа Сарка нужна будет. И в задницу, короче, все. Я реально заблудился. Погнали на выход. Зато заметку нашел. Пока блуждал туда-сюда. Еще кто-то в меня плевался. Вот на заметка. Это за тем... наверное, это найдет за багом там. За дропом, который там стоял. Я за него решил пропрыгать, уже к нему подошел. И нифига. Черт побери. Реально какой-то дурдом. А что там внизу? Нет, там внизу какая-то шляпа. Это просто это. Но, блин. Какого ляда? Да, это фигня. Где этот сраный козел? Блин. Прыгнул, вот он называется. Около волков поставил телепорт. Перед тем, как вот это вот прыгать и так далее. И там, где был, я спрыгнул в воду. Глянуть, что там. Никогда туда лучше не прыгайте. Во-первых, вот чего-то не осталось. А во-вторых, вся броня в хламину. Я ее чинить не буду. В жопу. Ой. Ну, она дофига ресурсов требует. А третий чуть не сдох. Не, не сдох. В этом-то и весь прикол. На удивление не сдох. Кстати, если я сломанную переработаю. О, часть ресурсов вернулась, отлично. Почему я ее переработал? Потому что она говно. Ну прям говно. Ее чинить нужно жемчуга, а жемчуга у меня нету. Поэтому она говно. Вот и все. Вот и все. Ёшеньки, сейчас я отхиляюсь. И пойду обратно телепортироваться в пещеру, блин. Так, у меня же есть вот это вот, и вроде бы ты должна хилять хорошо. Ну, по крайней мере, да, плюс-минус хиляет хорошо. И еще должна вот это вот хилять хорошо. И вот это вот тоже пригодится. Пусть чай будет, лишним не будет. И ладно, второй комплект брони надо сделать. Что я говорил? Про костюм водолаза, который, да здесь же он совсем не нужен. Зачем он? Ну, вы поняли, да? Костюм водолаза здесь еще как нужен. Ну, ёб твою ж... Ты серьезно, мне кислородный баллон, тварь, сломала? Его ж чинить придется. Ёб... Да ёб... Так, стоп, где ты? Ага, вон ты где. Да ты серьезно? Будет она мне там. Сейчас, короче, расскажу, как я нашел. Около здания. Причем сам нашел. Но не все так просто. Около здания, которого я блуждал, был. Кстати, да, здесь, если пробежаться, здесь вроде бы я увижу спуск куда-то вниз. И потому что я помню, что я здесь ставил телепорт. Потому что в другом месте он нигде не ставится. Если я не ошибаюсь. Что, никого нету? Никого нет, отлично. Он где-то только здесь ставится. Да. Вот здесь он ставится. А еще, в чем самое главное, жопа. О, здесь выше даже можно поставить. Раньше в другом месте только можно было ставить. А еще в чем самая жопа? С баз нельзя сюда телепортироваться. Нужно зайти в пещеру, потом только телепортироваться. Так что телепорты ко входу точно нужны. Короче. Вот то здание.
там, где я брал заметочку, вон там, кстати, да, второй волк, она на базе, я ее просто отправил на базу, чтобы второй раз не плыть уже. Суть в том, что заныриваешь сюда, вот он идет, ящик с припасами, там вглубь вниз. Ну, я сначала к ящику с припасами, потом смотрю вглубь, ну, спуск вниз, думаю, занырну. Окей, занырнул, без проблем. И в чем проблема? Занырнуть-то занырнул, плыл-плыл, столько пираний завалил, это просто жуть. Там еще было пару сарка, но это фигня как бы. И, как бы, с одной стороны, без проблем, но я первый раз повернул налево на развилке. И в этом-то была моя главная проблема. Повернул-то я налево, а нужно было направо. Да, поворачивайте направо, не ходите налево. Ну, в общем, короче... Полинул. Уже когда вернулся обратно к этому домику. Так, артефакт стаи. Когда вернулся к этому домику. Артефакт стаи. Я уже полинул на все и загрузил карту. Карта мне ничем не помогла. Практически. Потому что я там еще в ней разбирался минут 5. Как там понять, что где как. Но решил отталкиваться от домика. И правильно сделал. Домик, во-первых, на карте легко найти, а во-вторых, это он отображается. То есть там как бы на карте легко найти. Я, более сконцентрируюсь, что где как. И я склонялся к тому, что, по идее, все через воду. Неправильно. И немножко подразобравшись, что где как, найдя где, и я понял, что надо было поворачивать все-таки направо, а не налево. И тогда было бы сразу же все как надо. Но полчаса блуждания, это, конечно, еще та жопа геймерная, это просто ужас. Смотрите, сколько ресурсов. Хе-хе, классно. Мне кажется, с арком. И проблема номер 2. А, че, я сейчас могу ее и показать. Телепортируемся, допустим, домой. Блин. Забыл на паузу нажать, сейчас все зависло. Ой-ой-ой-ой-ой. А еще самое главное, я не знаю, во время зависания слышно мой голос или нет. Так бы я мог бы хоть что-то говорить. Отлично, развисло. Ладно, волчица. Жива-здорова, хорошо. Но, в чем загвоздка? Так. Иди сюда. Допустим. Так, вот. Телепортируемся в артефакт стаи. Смотри. Почему это так сделано? Потому что телепорт разгруженный. Но! Это я выяснил, когда я телепортировался обратно к волкам. Но! Вход в пещеру номер 2. Кстати, нужно переименовать вход в пещеру стаи. Заходим в пещеру. Ой, летайте тут всякие. Заходим в пещеру. Причем только после захода сработает. И... Ну, вы поняли. Только так я могу попасть сюда. И еще непонятно, как часто артефакт спавнится. И в этом, по ходу дела, у меня будет вторая беда. В общем, это не сервер. Поэтому сюда попасть только так может. Такие вот народ дела. Ну а на этом я уже с вами буду, пожалуй, как говорится, прощаться. В общем, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, ну, конечно, делиться моим видео с своими друзьями. На этом все. Всем удачи, всем пока, всем счастливо, добра, всем пока.